Всем привет! Сегодня устанавливаю жалюзи. Дом пятиэтажечка. Жалюзи новые или БУ? Новые. Новые, да? Совершенно новые, только купила весной. Жалюзи новые, но вы чего-то крутили уже, да? Да, пробовала повесить. Сами? Сама. А чем сверлили? У меня есть дрель. Да? Вот это да. О, классный пейзаж, липы в окно. И курильщики, наверное, жить не дают. Имеем два стандартных крепления. Крепить будем на пластик. Раз. Это где-то так. И еще одно. Вот так. Сейчас отметим и закрепим. Ну, я вам скажу, его можно крепить как в раму, так и вот сюда. Но, наверное, в раму будет лучше, да? Я не знаю. Ближе к окошку. А да, ближе к окошку. Как можно выше, да? Ну, вот так. Пусть будет немножко, чтобы Люба могла этим залезть, как он называется, заделать эти. Можно чуть-чуть пониже. Да. Как? Это для того, чтобы она могла откосы сделать. Поняли меня, что я имею в виду? Сейчас. Точно так же и второй. Отмечаем. Отмечаем. Теперь просверлим отверстие. Сверлышко совсем коротенькая грызочек. И здесь раз. И еще раз. И прикрутим винтики вот такие коротенькие. Рассыпалось. Вот эта заклепочка некачественная. Значит, что? Нужно ее вытащить и закрепить при помощи винтика с гаечкой. А иначе никак. Сейчас мы посмотрим, какие у меня есть винтики и какие гаечки. Это пятерочка и это пятерочка. Это сюда шляпку изнутри, гаечку сверху. И каплю клея или лака. Есть перламутровый, это тушу надо. Это для того, чтобы зафиксировать гаечку на резьбе, чтобы оно не раскрутилось. И еще немножко. Все. Проблема решена. Теперь прикручиваем.
Раз. И еще раз. Отвертка у меня классная. И крепим. Зажиманка. Раз. Очень туго. Точно так же здесь. Чик. Это сюда. Опускаем. Так, смотрите, а вот эту вот штучку мы крепить не будем здесь или? А для чего? Ну, чтобы накручивать. Некоторые крепят, некоторые не крепят. Нет, я не хочу лишних дырок накручивать. Мало ли чего. Так, все работает, все окей. Все, да. Так, теперь, что вы говорите, посмотреть вот это, да? Вот эту, которую я сама вешала. Потому что если я ее сделала неправильно, то может ее придется. Вы прикрутили шурупиками? Да? Да, по идее. Ну, все правильно сделали, нормально, зачем? Все нормально, все да. Хорошо. Все окей, все окей. Да, могли и эту установить. Она мне не сверлилась. Ладно, не сверлилась. Да я вам говорю, что не сверлилась. Я даже ездила в эпицентр за новым этим. Пришла, сказала, что я не могу просверлить, я говорю, и дайте мне новое сверло. И как дали? Ну, купила. Это их же мне. Ой, оно совсем другое дело. Что? Как в лучших домах. Да. С нас все. Все, подсчитывайте, говорите, сколько с меня. Считаем. Считайте себе спокойно. Ну смотрите, две люстры. Это 200, 200, 400 и 150. У нас железь получается. 150. Всего-навсего. Считайте. Сейчас я вам даю. Даром. Все, спасибо вам большое. Да. Так, теперь я еще хотела кое-что спросить. Меня попросили узнать. У моей знакомой...